Всем привет! Сегодня буду плести подвеску, новогоднюю подвеску на телефон из бисера. Нам понадобится станок для бисероплетения, нитки, иголочка для бисерная, сам бисер необходимых цветов и схема, которая будет в описании под видео. Я здесь уже начала плести и сейчас продолжу.
Вот, я закончила работу. Вот такая вот яркая подвеска для телефона у меня получилась, новогодняя. Она будет хорошим подарком для ваших друзей, родных и близких. Как я плела вот эти вот острые края, я вам покажу в следующем видео на более крупной поделке. Ну а пока всем пока и до встречи. Ставьте классы, комментируйте. Всем пока!